Дзюша номер 3. Илья набрав 14 очков из 16 возможных на втором месте. Илья Балабан. Мы поздравляем лучших наших спортсменов. Давайте вот сюда на белый. Так, на белый фон. На белый. Ну что, дорогие друзья, пока и фотографируем вдвоем, интрига сохраняется. Медали сюда сверху. Это многовато, это говорит о том, что они умеют играть и действительно могут обирать даже тренера. Он уже это один раз сделал. Да, и это опасный игрок. Ну что, и теперь внимание, интрига. Кто знает, кто же занял первое место, покажите. Суров! А? Вы его знаете? Да. Суров! Ваня Суров! Да. И да, проверять не надо. Почему? Потому что он выиграл сегодня всех и вчера тоже. Я думаю, это результат практически несравненный. 100% попадание. 16-16. Суров Ваня. Ваши аплодисменты бойцам, которые сегодня поразили нас и всех остальных. Ну что? Правее, ребят, правее встаньте. Восторг от них.